Протяженность новой лыжероллинг-трассы составляет 4 километра. Вдоль трассы установлена опора освещения. Тренеры и спортсмены положительно отозвались о новой трассе. Отметили вторую петлю, где много подъемов и спусков. Я как бы белой завистью завидую кумертаусам, и что у них такая есть лыжная трасса. Но она и до этого, еще в советские времена, гремела. Мы находимся здесь 5 декабря, катались на этой трассе. И тоже наблюдали, как устанавливали освещение. Последние работы проводили, тренировались. Правда, немножко погода подвела, холодно было. И сейчас вот принимаем старт. Любуемся вашей трассой, вашими подъемами, спусками. У нас в Салавате, к сожалению, таких подъемов нету. Трасса хорошая, ну, мне нравится. Первая вот петля, например, она не такая сложная, как вторая. Там подъемов на второй больше. А на первой там, в общем, равнина. Ну, такие пологие подъемы. Все готово к проведению соревнований. И в субботу, 24 декабря, был дан старт первенству Республики Башкортостана по лыжным гонкам на призы главы администрации. В соревнованиях приняли участие спортсмены всех возрастов, как у юношей, так и у девушек. Всего в чемпионате приняло участие более 100 спортсменов с разных городов республики. В данный момент у нас, значит, приехали 5 команд из Уфы. Есть представители Ишимбая, Стрельтамака, Октябрьского, Ермекеевского района, вот, Кургазинского района, Мелиус, Белебей. То есть практически все города, которых развивается в Республике Башкортостан лыжный спорт, они все здесь представлены, причем представлены самыми сильнейшими лыжниками. В первый день соревнований на старт вышло 90 лыжников. Они соревновались в классическом стиле. Дистанция для всех возрастов разная – от 3 до 20 километров. Стоит отметить, это первое официальное соревнование в этом году по республике. Эти соревнования являются первым этапом отбора на соревнования Приволжского округа. И также это будет первый этап для комплектования сборных команд Республики Башкортостан по каждому из этих возрастов. Кроме всего прочего, по окончанию этих соревнований спортсменам будут присваиваться спортивные разряды. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».